Добрый день. Это мой первый видеоотчет. Хочу поделиться результатами нашего первого сеанса с Давидом. Первый раз мы с Давидом общались 12 сентября 2017 года. И сразу же после сеанса у нас был результат, которого мы ждали очень давно. После завершения сеанса мы пошли обедать за столом, сидели, кушали. Дочка сидела рядом со мной, кушала тоже. И в какой-то момент она сказала «папа». Я сначала не поверил, и что такое происходит вообще. И посмотрел на нее. Думал сначала, что мне послышалось. И она смотрела мне в глаза, еще два раза сказала «папа». И в тот момент было понятно, что это осознанная, обращенная речь. И было видно, что она хочет что-то сказать или хочет о чем-то попросить. Я почему-то подумал, что она, наверное, хочет в туалет, и сказал: «Ты хочешь сходить в туалет, сделать пи-пи?» И она мне ответила: «Пи-пи». Ну, это был шок. Да, это... Этого всего до этого не было, и я был очень удивлен, и... но в то же время я хотел убедиться в том, что она понимает меня и отвечает осознанно. Еще раз спросил ее: «Ты хочешь сделать пипи?» И она еще раз ответила пипи, еще кивнула. И она сходила, да, в туалет, и то, что произошло буквально через полчаса после нашего первого сеанса, это было удивительно. И хочу сказать большое спасибо Давиду за помощь, за поддержку, за советы, за все то, что он делает для родителей, для наших детей, для нас. Это невероятно. И с удовольствием буду отправлять еще видеоотчеты, и верю в то, что такие изменения, такие события будут происходить ежедневно, и наши дети всегда будут радовать нас такими новыми достижениями. Спасибо Давиду за все.